Многие уверены, что агротуризм – реальная возможность изменить жизнь на селе в лучшую сторону. Сегодня в торгово-промышленной палате говорили, как развивать туризм, если нет ни моря, ни гор, ни каких-либо особенных архитектурных достопримечательностей. Небольшой по площади субъект Российской Федерации. Европейская часть страны, климат умеренно континентальный. Чтобы нашей республикой заинтересовать туристов, в этот портрет нужно добавить изюминок. Специалисты отмечают, нет теплого моря и пирамид, зато есть самая большая в Европе река, леса, луга и гостеприимный народ с самобытной культурой. Иными словами, все условия для так называемого сельского или агротуризма. Чем же известна Чувашская республика за пределами, нашей территории и за рубежом? Ну, во-первых, это, наверное, известные люди и история. Да? Вы знаете, что у нас, например, Козловка связана с именем такого известного ученого во всем мире, как Лобачевского. Да? В Ядрине был известный артист Мордвинов. В городе Чебоксары очень много различных достопримечательностей, связанных с Чапаевым. И самое главное, что привлекает, например, иностранных туристов, это, как ни странно, река Волга. Чтобы наладить в регионе туризм, эксперты предлагают для начала определить целевую группу, затем уже разработать маршруты, исходя из интересов. Ставку предлагается сделать и на гостевые хозяйства в сельской местности. Кстати, агротуризм, вопреки распространенному мнению россиян, это вовсе не картофельные грядки. Турист, приезжая к нам, он, может быть, брезгует того хозяйства, в котором мы сами обитаем. Ему нужно создать отдельные условия, чтобы он приехал с города мегаполиса, повесил галстук, почувствовал себя свободно, вышел, вдохнул воздух. Мы должны создать ему условия для того, чтобы он тратил свои деньги. Кроме того, нужно грамотно подать то, что уже создано. Указать хорошие места для отдыха должны красочные интернет-сайты и, как бы банально ни звучало, дорожные указатели. Сейчас они установлены в недостаточном количестве, считают специалисты. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.